Решите неравенство, числитель. Минус 10, знаменатель. Х квадрат минус 4х минус 5. Меньше либо равно 0. Для начала перепишем. Минус 10, знаменатель. Х квадрат минус 4х минус 5. Меньше либо равно 0. Разложим знаменатель по формуле. Ах квадрат плюс bx плюс c равняется а умножить на х минус первый корень на х минус второй корень. Эту формулу нужно знать. Чтобы разложить на множители, нам нужно знать корни. Для этого воспользуемся дискриминантом. Дискриминант равен b квадрат минус 4ac. Тогда в нашем случае 4 в квадрате плюс 4 умножить на 5. Посчитав, получаем 36 или 6 в квадрате. Тогда х первое, второе равняется минус b плюс минус корень из дискриминанта, знаменатель 2а. В нашем случае 4 плюс минус корень из дискриминанта. Корень из дискриминанта это 6, знаменатель 2. Тогда х первое, если идти по знаку плюс, будет 5. Х второе, если идти по знаку минус, будет минус 1. Тогда у нас получается минус 10, знаменатель. Х минус первый корень, минус 5. Х минус второй корень, плюс 1. Меньше либо равно 0. Нарисуем числовую прямую и отметим наши точки. Точки минус 1 и 5 будут выколоты, так как это точки знаменателя, а знаменатель не может равняться 0. Расставим знаки на интервалах. Рассмотрим первый интервал от минус бесконечности до единицы. Возьмем минус миллион. Тогда первая скобка знаменателя отрицательна, вторая скобка отрицательна. Итоговый знак отрицателен, так как числитель у нас тоже отрицателен. Ставим знак минус. Рассмотрим второй интервал от минус единицы до 5. Возьмем 0. Тогда первая скобка отрицательна, вторая скобка положительна. Итоговый знак плюс. Последний интервал от 5 до плюс бесконечности. Возьмем миллион. Тогда первая и вторая скобка положительны. Числитель отрицателен. Итоговый знак на интервале минус. Нас интересует меньше либо равно 0. То есть от минус бесконечности до минус единицы и от 5 до плюс бесконечности. Запишем ответ. Х принадлежит промежутку. От минус бесконечности, не включая, до минус 1, не включая. Объединение от 5 до плюс бесконечности. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.